В День защитника Отечества 23 февраля в Люберцах пройдет второй чемпионат России по настольному теннису на коньках. Площадкой соревнований вновь станет стадион «Торпедо», пишет РИАМА в Люберцах, цитируя главу округа Владимира Ружицкого. Отметить День защитника Отечества на коньках и с ракеткой во второй раз за всю историю мирового спорта смогут все желающие. В этих необычных соревнованиях могут принимать участие как профессиональные спортсмены, так и любители. При этом всем выдадут специальную экипировку – шлем на локотники и щитки на голени. В 2017 году в этих соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из разных стран. Прием заявок на участие в чемпионате продолжается. Для этого необходимо позвонить в спорткомитет Люберецкого округа по телефону 8 495 503 32 42. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.